Всем привет, вы на канале Сергея ТВ. Сегодня мы будем готовить дагестанский десерт. Абрикосовая каша с сурдючком. Для этого нам понадобится абрикосовый сок, урбеч, мед, масло, сахар и мука с водой. Давайте начнем. Бисмилляхи рахмани рахим. Сначала нам нужен абрикосовый сок. Ставим его на огонь и доводим до кипения. Пока закипает сок, мы делаем тесто как на блинчик. Маленькой струйкой наливаем тесто в сок. И не забывайте помешивать. Начинаем готовить урбеч. Урбеча и масло должно быть одинаковое количество. Ставим на водяную ванну. Нужно дождаться, пока растает масло. Меда берем половину меньше. Наш десерт готов. Всем приятного аппетита. И этот десерт очень полезен и вкусный. И кстати, что вам не изменилось? И давайте попробуем. Я не могу достать. О, да вот, все.